начал. Да я это понял. Супер, реально? Да. Всем привет, с вами снова Ноксвелл и Неллин, и эта игра сейчас Zombie Army Trilogy. Бам! Да, с первого раза сказал. Это версия Left 4 Dead от третьего лица. Вот так вот давай называть эту игру. Вот так. Вот так вот. В общем, вот так вы... Вот так вот. Все, завязывай. Вот так вот выглядит меню. Меню совместной игры. Мы собираемся пройти одиночную кампанию. Точнее, уже совместную кампанию. И по сюжеточке так пройтись. Тут 15 левелов. Начнем, наверное, с выбора персонажа. Тут 8 их. Борис Медведев. Герман Вольф. Даже не знаю, за кого бы поиграть. Чисто за русских. Чисто за русских. Карл Фейерберн. Я не думаю, что русский. Доктор Эфрам Швайгер. Герман Вольф. Самое вот русское такое исконное, такое народное имя. Герман Вольф. Вот, самое русское. Вот, Борис Медведев просто. Борис Медведев, да. Фантазия. Так, хорошо, я буду Борисом Медведевым. Да. А я Бочкарёвой буду, давай. Кем? Ну, Аня Бочкарёва. Аня, Анжка, Ханна Шульц. Бочкарёва. Шевалье, смотри, Шевалье. Кто вспомнит, откуда это, ставьте Луис. Так, хорошо, я буду за Медведева. Ты будешь за... Медведева. Реально такие чисто русские такие вот, прям вот. Медведя дед, не хватает. Дед Грицко и Баба Зина. Все, начнем. Баба Зин, готов? Готов. Готовый. Let's go. Let's go. Ты знал, что бутылки можно собирать? Я серьезно, причем. Конечно, нет. Так, тут нам дают выбор. Выбор оружия. Я даже не знаю, я остановлюсь на Валерке. Называется он Вебли. Так. Ага. Ручная граната. Ну, так, 10 секунд у нас на выбор. Да, я не успел выбрать. Какую снапу? Карабин М1. ГГР какой-то. Хорошо. Я остановлюсь на Гаранде. Пусть. Я там, кстати. Лол. Кто не понял, это как огромное дополнение к игре Снайпер Элит. Это Германия, май. Да, когда-то оно стало такое, отошло от игры. В игре нации, какой-то там зомби, что-то такое. И стала отдельной игрой. Привет. Нацики, как обычно, в своем репертуаре. Че, отстрелим яйца Гитлеру? Если его найдем здесь. А мы его-то найдем. Найдем. Блин, ты реально? Слушай, где твой медведь? Где твой медведь? Я ж медведь. Медведев. Там впереди зомбак, я хочу его убить, подожди. На Е вот эту вот функцию. Спасибо. Обращайся. Кстати, было всего 60 метров, и X-Ray не было. Ну, потому что нужно красную штуку эту. Какую красную штуку? А ты когда наводишь, у тебя должна появиться красная штукенция. И только с ней ты сможешь... Ты что, в Снайпер Элит не играл или что? Играл? Ну, я такого чуть не помню, там просто стрелял, оно появлялось. Нет, красную штуку надо. Так, мы умеем бегать. Серьезно. Занятно. Зато мне нравится, что эта игра 2015 года вышла на 6 марта. И тем не менее, она показывает до хрена FPS. Около сотни. Это очень хорошо. Все, я мало, пошел. Мало как настоящий игр, снайпер. Сейчас могут... Да, пошел в бой, как настоящий снайпер. Ну да. Тех. Что это такое? Что это мне ручей? Кажется, что... Где отсюда? Ребят! Давай их. Ага, смотри. Они типа повстают сейчас, да? Да. Стал вопрос. Проснулись. Стал... Ребята, вам ко второй, можете спать. Ого, блин. Да, мам, мне ко второй. Тихо! Вот, на пробел, не забывай, удар. Просто расстрел. В общем, я уже говорил, это как Left 4 Dead. Дядя, не приставай. Ну, зомби. Кстати, а кто создатель этой игры, какая компания, не помнишь? Там на R что-то кажется. По-моему, у вот этой компании будут большие проблемы с валвами. А чё он восстает? А, блин, волны нужны. Тихо. Зато можно лутать. Вот это вот мне... Тут дядя бросился. Дядя? Раздохнет. Так, подожди. Я плутаю.
Я так понял, тут нет такой сюжетки, как вообще во всех играх. Тут самый обычный проходняк такой, месилово, как в Left 4 Dead. Блин, тут патроны нереально быстро кончаются. Да, это меня печалит тоже. Но в снайперке больше 100 патронов, пользуйся ей. Кстати, да. Почему нельзя было в пистолет? Вот побольше патронов. По сути, они поменьше намного. А еще тут, ну, не знаю, глупо или нет, реализовано, что пока не закончится вот магазин, ты можешь стрелять, ну, то есть не как в батле, то есть выстрел, и он убирает прицел. Так хочешь, что холостыми стреляю, или я просто косой? Ну да, ты косой. Ты только сейчас узнал. Комбо 19. Это ж я, снайпер, ёпта. Ты чё? Да. Комбо X2. Я... Как ты сделал комбо? Это то есть не разве... нет комбо? X3 только. Я не знаю, я никого не убивал. Лол. Может, мы меняемся? X4. X20. Прогрессирую. Ты. Я чё, 20 человек уже убил, что ли? Ёпта. Тихо. Отстань от меня. Слушай, головы разлетаются. А, я понял. Ты только снайперка убивал? Не, вот с пистолета сейчас убиваю. И комбо остается? Комбо уже ушло. А. Слушай, это что такое? Они еще из ада появились? Ой, из ада? Это как-то странно звучало. Из ада появились. Так, иди сюда, Анатолий. Кстати, да. А нам уже перепишет. А, то есть тут задание... Нет! Слушай, он такой... Вертуху сделал. Полежи. Полежи. Может, не так. Да, да. Чё это? Что там такое? О, как реалистично все исчезает. Смотри, 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 смотри. Куда, куда? Дабл килл. Свастон и это, как его называют? А, пентаграмма? Да. Просто вот райд, я не знаю кого. Подожди. Я всегда хотел фотку возле свастики. Давай сделаем. Вот. Вот, мамки покажешь. Возле огня, сейчас почти присяду. Так, вот, вот так, да. Вот так. Все, хватит, сейчас пойдем. Даже могу лечь. Пойдем, наву потом поставишь. Хорошо. Пусть тебе ищут по ней. ВК наконец-то обновлю. Ау! Ой, а слушай, чё? Головы разлетаются. По-моему, тут АИМ включен. Ты чё, мразь, лопатой? Походу, мне тогда он не достался. Да, только одному. Или это просто ровные руки включены. А, тогда точно АИМ. Да. Так, что-то я отсюда... О, я отсюда могу наблюдать. Привет. Привет. О, еще одна свастика и пентаграмма. Реально какие-то скинхеды, сатанисты. Здравствуйте. Ай. Можно с вами познакомиться? Патроны. Как подкатить, блин, я не знаю, к нацику. Вот так вот. Вот так вот? Нет, хватит, не надо. В свое время это нас уже задолбало. Так, кыш. Блин, я дрова могу убить разве что себя. А ну, смотри, тут еще можно что-то поставить. Ручная граната. Фугас. Растяжка. Все, растяжку можно. Ой. Ты не я попал? Ну, я не стрелял. Наверное, кто-то нам помогает. Всевышний. Комбо 2. Тихо. Тихо, братка, тихо! Выстрел в голову. Ой-ой-ой-ой. Ой, ребят, идите нахрен. Против дроби вы соснете тунца. Так. Вы соснете. Пойду поговорю с ними поближе. Познакомлюсь так. Здравствуйте. Привет. Вы верите в Бога? Ну, видимо, если они стали зомбаками, иди нахер. То и верят. Же. Нет, почему? Держай! Наоборот, тихо! Это где у нас были такие допинывания? Это... А, в Dying Light, я помню. Так, смотрим. Патроны. Тут есть кольт. А где патроны? Вербей. Взять выстрел для дробовика. Да, нормально, взял выстрел. Это, наверное, такая локализация хреновасенькая. Хорошо. Ты взял по все выстрелы? Да. Эй, я так понял, это у нас такой сейф-рум был, как Left 4 Dead, что ли? Да ой. Что ж за холостые патроны? Ой, будут проблемы у компании, ой. Чую жопой. Тут очень много отсылок. Другой. Да блин, его каска спасла. Ой-ой-ой, отговаривайся. Каска.
Ты посмотри, она разлетается нахрен. Жалко, не успел добить. Да-да-да, на. Так, а ну смотри. На далекие расстояния. Ну это-то понятно. Очень далеко. Тут 8 метров было, конечно. Сейчас, надо где-то... Давай, самый ближний. Лол. Да. Кто-то его убил. Кто-то у нас вылазит. А кто это у нас тут вылазит? Я в полу попал. Сзади, парень, сзади. Сзади, по-моему. Каюшки, ёпт. Так, я сейчас... Ой, блин, дрободан, дрободан. Здравствуй. Слушай, они так начинают крутиться, интересно. Да давай, сдохни. Пожалуйста. Блин. Фу. Ёптель. Реально спас. У меня перезарядка, и тут он улетает. Счастливо. Так, я влетаю. Блин, ну как же выстрелить? Ну, так, чтоб... Ладно, я помню, у меня этот X-Ray уже был. Я не переживаю. Ни хрена себе, ты чё прыгаешь? Кто не... Ай, ладно, я бы сейчас сказал... Поговорочку 2014 года, ну... Слушай, ты какой-то нечестный игрок, почему у тебя очков больше, чем у меня? Потому что я снайпер по жизни, ёпт. А ты нет. Ты у нас больше такой, танк. Ку-ку, ёпт. Где? Здравствуйте, здравствуйте, ребят, я пришел с вами о боге поговорить, вы... Иди-иди-иди, а кто это надышал тут? Парень. Быстро тут? Ой-ой-ой, чё ты взял такой динамит? Ой, череп. Череп со свастикой. Череп, а, со свастикой. Чё ты лёг? Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Стоп-стоп-стоп. Я не должен это пропустить. Где? Вот. Череп со свастикой? Ну почти. Ну, стоп. А, ну да, стан в правильную сторону. Давай. А следующий загадочный... Ё-моё, он чё-чё разговаривает? Да. Странные нацисты. Странные. Никогда. Странные я... ребята вообще. Ну сейчас уже походу скинхеды собираются возле моего дома. Не забудь, что это скинхеды, эти, как их, сатанисты. Так, поставим фугас, прямо вот там, где его никто не увидит. Вот это мина. И я хочу растяжку поставить, попробовать. А напомни, как переключать? Икс. Мне интересно, как далеко он может эту растяжку утащить? Ни хрена потащил. На весь дом растянул растяжку. Так и надо. Да. А динамит, интересно, как? А динамит он просто кидает и, наверное, когда-то взорвется эта лалка-тралка. Окей. Я так понял, у нас задание просто отстреливаться, да? Возьму-ка я маузер, эта штука мне больше нравится. Вот здесь есть шанс выстрелить этой штукой. Вон он родился такой. Родился. А вон? Бляха. Ну почти попал, кстати. Я так понял. Ой-ой-ой, комбо... нас штурмуют, походу. Комбо утеряно, когда ты промахиваешься. Ну там моя растяжка сработала, наверное. А там еще фугас мой где-то. Должен посидеть. Ой-ой-ой-ой-ой, слишком много, слишком много. Здравствуйте. Вот это растяжечка, посмотри. А че ты ее к нам в сторону, в нашу сторону ведешь? Это как я они... знаю! Она неправильно пошла. Это какой лох должен на ней взорваться, мне интересно. Стоп, динамит взорвался внизу, подожди, подожди, подожди. Да, кого-то раскромсало нахрен. Выстрелите в динамит, чтобы... А, то есть динамит... Ладненько. Ты пока там, и я буду лестницу прикрывать. Да, комбо сбрасываем, не считаешь. Тихо, ребят, вы это... Комбо 10. Давай стреляй, стреляй! Хотя, кажется, не всегда. У меня уже 14. Да блин, до десятки не могу дойти даже. О, комбо утеряно, потому что я не в голову убил. Скорее всего, чисто из-за башни считают. Чё ты? Хочешь со мной повоевать? Ну-ну. Ой! Чувак, мне, конечно, неловко просить, но... Не мог бы ты подойти, я тут... Да, не вопрос. Чаю на ступенечках. Вот так мы... Шахид! Фу, блин. Дай бог. Ой, шахид! Блин. Два шахида. Два шахида это много. Не умер? Да. Два шахида это сила. Честно, не хотел говорить, но их там до хрена идет. Я вижу. Я их пытаюсь валить всех.
Ой, вах, отступаю. Дядя Шахид бежит. Сейчас, ловлю. Обнимашечки. Где он? Ой, блин. Все, лежи там. О, классно, еще один Шахид. Мы им уже и клички даем, вот мы странный народ, а. Отлично, комбайкс 18. Не, да, я вижу, ты меня уже почти догнал. Надо промахнуться. Нахер пошел, блин. Ой, чувак, Шахид! Блин. Где? Я под себя гранату кинул. Беги. Да ладно, прибежал такой, стоит возле тебя. Ручками машет. Это помнишь, мы, кажется, в батле говорили, что подбегаем и кричим Аллах Акбар. Вот он подбежал, но он наверное, в последний момент передумал это делать. Забыл слова сказать. Ой, бежит. Парень, подвинься! Слушай, веселая игра. Так, я ловлю их уже со снайперки. У меня патроны закончились все. Ловлю. Комбо X26. Ну давайте, ребят, ну ёпта, ну... Стоп! Молодой человек, да. У него шпаска. Молодой человек. А, ты тут всех перебил, решил пойти у меня тырить. А там больше никого. Хитёр. Ну да, ты правильно понял. Так, кто здесь? На, блин. Давай их обыщем. Это очень важная часть. Так, все. Да я, блин, трупы за... О, патруль. Где? Я бы подобрал для своего. Эй. О, дрободан. Дверь открылась. 6 патронов в дрободане. Зашибись. Я прям... Ой. Я очень рад. Мне не нравится. Блин, такие ужасные косички. Ну ты русский. И мне интересно, какой это год? 45-й. Ага, ясненько. А, ну да, я помню, я читал описание, что там, типа, Гитлер проиграл, но хочет вернуться. Это май 45-го. Так. Блин, а может, X-Ray'а нет в копии? Пошёл на... Ты это видел? Не, я тут занят был немножко другим. Шахид ко мне подбегает, хочет взорваться, его откидываем, только улетает и взрывает. Вот это обидка. Обидка, что ты не снимаешь. У нас такой перекрестный огонь вообще. Тихо. Открой мой зад. Прикрой. Да ты мой, блин, крой. Меня еще убьют. А меня? Вах, козлы, пошли нахер. Я разберусь с ними. Давай. У меня есть фокус. Спина к спине. Давай. Пошел мой фокус. Лицом к лицу. Давай, блин. Аллах Акбар. Иди нахер. Вот тебе, блин. Ой, иди нахер. Дрободан. Ку-ку, ёпта. Слушайте, они так танцуют, я помню. Я такой вальс видел. Да, блин. Последний патрон. Все. О, это было эпично. Да чё вы... Чё восстали? Восстали, мудаки. Можно, кстати, со снайперки стрелять без прицела. Да, можно. И очень круто. Лежи, парень. Не вставай. Давай их обыщем, а то патроны здесь очень важны. Жалко, что оно не дублируется, то есть да. Ты не сможешь взять то, что я взял я уже. Не нравится мне это место. Я хочу X-Ray. Мое предположение, что X-Ray'а нету в коопе. О. А вот вам и отсылочка к Left 4 Dead. Такой safe room. Так, берем. Нам нужно... для дробовика взял. Потрошки. Это очень хорошо. Я взял винтовка тип... Какого-то типа взял. Ли Эвитл. Что это за снайпер? Сохранение КТ. О, прикольный прицел. У меня такой какой-то... Или ну, маузер. Как в СВД в этом. Да, у меня тоже. Так, чё это? Дрободан, давайте. Все, отправляемся дальше. Поехали. Выехали. Если тут такие же короткие... Так. Мне не нравится уже. Слишком миссии, много это. Как в Left 4 Dead, то будет все замечательно. Классно. А чё, ой, его разорвало. Это что за Валера такой? Ха. Хорошо. Так, ближний бой. Знаешь, пока что мне не нравится? Тратим. Посмотри, сколько вокруг нас взрывоопасных хреновин. Да, причем вокруг. Скелет? То есть, я так понял. Ой. О! X-Ray! В сердце! На, блин! Еще один! О!
Слушай, чувствуй себя батей. А так тут только X-Ray проходят по ним. Охренеть. Так, подожди, перезарядочка. А у меня ни одного. Здравствуйте, куда попал? А, я понял. Они подсвечены, куда надо стрелять, блин. Ну, в сердце. Слушай, подожди. Что? Что? Ни хрена себе слева. Ой-ой-ой-ой-ой. Сердце. О, я в какого-то дальнего попал. О! Да, я X-Ray тоже. Слушай, я фонарем стреляю. То же самое. Ой-ой-ой, красота, красота, обожаю. Вот эту игру я обожаю за X-Ray. Ой, братан, братан, братан. Братан, брат, братишка, отвали от меня, что ты. Фух, но их, по идее, можно с ноги расхреначить. В легкую. Так, где ты? Где ты? Где они, видишь? Ай. Чувак. И для тебя плохие новости. Не со всех сторон. Ну я так сердечко отстреливаю. Тихо. Купидоном, блин, чувствую. Сердечко-то, конечно, хорошо. О, X-Ray. Ю. Чувак! Повернись! Да! Сейчас! Вот именно! Ребята! Фугас, 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 фугас! Фугас! Отходи, отходи, иду. Отходи! Сейчас будет Аллах, баба! О! Да, они в кучку так собрались, как бомжи. На, ёпт. Молодец. Ой, ой. Чё, это он идёт, что ли? Ну чё, я ребят? Я попросил, потому что начинаю падать. Чё, тебя так плохо слышно стало? Не знаю, просто... Фугас взорвался громко. Тебя контузило, да? Точнее, да. Меня. На, ёптель. О. Попадаю! Мне, вру. Ой, смотри, смотри, рождается. Шахит! Блин, он еще и орёт. А, еще один! Тихо. Он че, во имя Аллаха орёт или там, во имя Гитлера? Типа, Гитлер... Так, бар. Хотя, что? Тут такое противоречие идет. Рей. Полетело. Интересно, а если с пистолета будет? Нет, не будет. С пистолета я по ним и не попадаю. Так, тихо, братка. Да. Да. Браво, блин, хомуха. Чувак, или тебе плохие новости? Ага. Нормально все. Че, я динамит установил? Да не жрите меня хотя бы. Да попади ты. О! Пошел. Не кушайте меня. Иди. Давай. Фух. Уходи. Нахуй шел. О, спасибо. Голову. Хедшот. Так, нужно обыскивать. Хотя у нас только возвращайся патронов. Обратно в землю. В Германию. А мы где вообще? Не знаю. Германия. Германия, ну, май 45-й. Все, я вспомнил. В начале игры написал. Задача выполнена. Ее. Спасибо. Это так. А отчасти просто. Да. Ну надо что-то такое придумать. Короче. Какой-нибудь. Ведь. Вообще прям мастер. Слушай, Валера валит так. Привет. Ага. Прогресс достижения 5 вот из 20. А что я? Смотри, танк. Русский танк. Да, не на ходу. Что-то явно пошло. Я не удивлен. Не, ну танки все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой. Это какие-то одеты, а не. Вам же. Ни разу не попал. Ой, давай, сейчас бабах будет. О. Сердечко болит. Да пошел ты нахрен. Что они мне могут сделать вообще, по сути-то? Кости переломать. Своими вот этими дрыхлявыми, видите, дрыщи такие идут. Не знаю, с турничков идут, наверное. Или на турничке, мы им мешаем. Садите. Все. Странно, кто бежал. Кто стреляет, я не понял. Кто стреляет? Блин, подожди. Это что, немец с пулеметом? Ты че, мразь? Может, кто-нибудь... А, он попадает? Он это... Ну ты сдохнешь или нет? Чувак окружили. Убивают! Так, я знаю, нужен план. Истекаешь крови, что ли? Я сейчас помру. Все, помер дед Максим. Еще есть время. Да, я уже лежу. О, гранату так кинул. Ой, знатно. А что ты сделал с этим, с пулеметом? Убил. Красавчик. Все, пошел отсюда. Все, расход, расходы всех.
Всех свидетелей в расход. Я не думал, что игра со снайперками может быть такой экшоновой. Экшоновой, да-да-да. Сзади. Ну, фугасом сзади. О-о-о, Драбадан. Пропусти, так, пропусти. Пропусти. Выстрелить. Да, идите, ребят. Сюда, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста. Молодой человек. Сдачу заберите. Пожалуйста. На тебе, блин. У них такое оружие какое-то средневековое такое. Мечи какие-то. А голову ты не забыл, парень? Так, чем я голову? Хочу X-Ray. Хочу X-Ray. Держать. Прям рыбчину зачитал. Хочу X-Ray. Йо. Так, здесь нам нужно защищать. Зачищать. Даже не схватил. Блин, безумно тяжело стрелять. Да ладно, нормально, Ctrl нажимаешь, и тебе все. Офигеть! Лох, я тебе об этом сказал. Да я знаю, знаю. Нет, я думал, что можно просто, но имеешь прицел был, я не знал. Нет. Так, все, let's go. А куда? Не знаю. Вон. Вроде бы тут. А, ну да. Слава богу, тут все показано. На пентаграмму сюда иди. Да. В жизни так всегда делаю. Да. Постоянно. Вечерами только домой. А лучше как не устанет? Печально. Так. Ребята? Танки. Это уже немецкий. А, да. Чик. Здравствуйте. Чик. Опа, взрывчаточка. Патрошечки. Выстрелы. Что, ППШ? Выстрелы. По фашистам с ППШ. Мар. Ли Энфилд. Что за снапа такая интересная? Много патронов. Ли чё? Энфилд какой-то. А, у меня она. Энфилд. Но там она медленно стреляет. Да, есть немного. Подожди, вот. Тут ребята хотят встать. Здравствуйте. Ой, снайпер. Ой, я знаю, сейчас... Он еще прыгает. Он еще и летает. Ну ты понял, я, короче, что мы сейчас протестим. Можно было на нем протестить эту штуку. Че там, бабахи бегут. Не добежали. О, что он летает. Да подожди ты. 104 метра, я голову, прикинь. Сейчас, нужно эту красную штуку найти. Не-не-не, я хочу... Куда ты бежишь, ядрёныч? Пиу! Такой звук был. Пиу! Что, петарды там взрываешь? Петарды. Петарды. Чё, петарды взрываешь? Очко что? Петарды взрываешь! Так, чё у нас? Петардов? Да. Блин, смотри, случайно тебя ещё убью. Все, let's go. Ой, вот так хочется вот это с собой взять. Ну ты понял, что у нас, какой у нас план, да? Попасть в голову? Выносим вот это в центр. О, а чего оно по мне урон проходит, когда я взрываю? О, да. Ну ж далеко. Подожди, я покупаюсь немного. Покупаешься? О, опал малифей нежный гель. Так. Но... Ну тут явно не запах подойти, орхидей. Можно противогаз свой поносить. А твой? У тебя свой есть. Это да. Ты кидают. Слушай, я с этим Валерой как какой-то Клинт Иствуд. Ту-ту-ту-ту. Ой. Кто-то тут кричит. Ручка не болит? Кто здесь от чего? Воу, вот это мне сейчас немного Вольфенштейн напомнило. От выстрела в голову. Ручку так, быть. Тут какая-то новая снайперка. Притчер. Драбадан. Как у себя дома прям. Так, подожди. Чё? Маузер. Я лучше Маузер возьму. Он мне как-то более привычнее. А что делать? Боже, если в жизни по таким ступенькам поднимался, уже помер бы давно. Новая задача. Стоп. А что? Защитите. Ну ты понял, что мы делаем. Церковь? Ребята, чё вы тут встали? То есть это не надо. Я здесь хочу сделать X-Ray, дайте мне X-Ray сделать. Шатое время. Чё-то я сейчас не понял, что это было. Слушай, а мы варим пойти заминировать немного. Как тебе такое? Иди, я буду прикрывать. По возможности. Токарев. Ух ты. Ой-ой-ой, ребят, пошли нахер. Нифига, они уже прошли. Стулочка. Так, я могу сверху попалить. Молодой человек, успокойтесь. Так, ну мы можем... Интересно,
А защитите церковь, они нас типа зайдут и зажмут. Стреляй давай. Да чё ты взорвался, я же доминировал только что, что ж ты делаешь? Ирод окаянный. Давай, ёпт. Давай. Давай, блин, стреляй! Фух. По одному патрону, блин, перезаряжает. Так, добиваем. Слушай, музыка как из какого-то, я не знаю. А вообще кто-то есть тут? Хожу, минирую, никого нет. Они все приходят, они ж зомби, ты это, имей уважение, а. Блин, и, ребята, извините, прошу прощения. И сейчас они смотрят, то, блин, реально извиняюсь. Ну да, те, которых мы убили, они явно нас уже не смотрят. Так. У нас другие опять, зомби. Опять снайперка холостыми стреляют. Да ладно, тут ты косой просто. Ну, по одному реально всех убил, а один такой идет, такой, типа, мне все равно на тебя. Так, что-то мне кажется, они заходят. Давай это... Ой, привет, привет, привет! Ты улетел куда? Иди сюда. Вообще никого не вижу, еще туман такой странный. Блин, какой-то корявый такой. Пойду посмотрю. Они только так... Ой, скелетон, скелетон, скелетон. Где-где-где-где, а то стреляй. Ой, я двоих сразу убил. Хорошо. Что-то я не могу X-Ray забалабенить. Нужно фонарь стрелять. Вот. Опал, молив мой нежный гель. Чё ты лежишь, блин? Я стою. Я лежу. Так, ну чё-то я никого не вижу, я тут и никого не вижу. Ой, чё-то мне эти звуки не нравятся. Шахид, кажется. По-моему, он красный. Крикнул «Вазаааа!» Ты ему ответил, то есть? Бабах, помер. Пиу. Так, чувак, ты от шахидов меня разве что прикрывают? Это... Да, не вопрос. Гру. Выстрел в голову. Опять чувак, холостые. Чувак, чувак, чувак. Ой, стреляющий, стреляющий. Беги, беги, беги. Где? Бежит где-то там. Вижу, но не, ну, не могу попасть. Он это, прикрылся. А где он, где он, где он? Вот он. По мне стреляет, ты что, меня видишь? А где он? Возле арки. Ты что-то говори? Ты что, мразь, меня слышишь? Подошел, меня бутылкой жахнул. Русский, наверное. Их там двое. Ой, да насрать. Я всех взорвал. Вот с моей гранатой познакомился. Ой, он сюда подошел. Убор! Ты чё, мразь? Убьет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Живу-живу-живу. Ну, голова утром у него точно будет болеть. Бляха-муха. Я его сейчас убью. Брат. Брат. А у меня патронов нет. Это давай, что за шахид тут такой? Я их сагрил на себя, давай. Издеваешь? Твой шанс. Эй, слышь, по-моему, сейчас тебя убьют. Сейчас ой, убьют. Они вдвоем стоят, пулеметами меня валят. Давай динамит туда кинь. Вот если б я мог кинуть, а. Что ты делаешь? Ребята, ребята, ребята! Меня ничего нету, потому что делать, все потратить. Ай, вах. Что ты делаешь? Не надо так рисковать. О, ква-ква-ква. Интересно, а где мы отреспавнимся? Да, интересно, что было бы, если... Ну ты понял. Так, сумма расстояния. Что? До цели. Вот. Точность при стрельбе. А ну вот, с контрольной точки. Ну, давай проверим. Где так это будет? Может, а мы пробил. Вообще тут как-то проходим? Ну да. Вот, мы резнулись тут, я предлагаю. О, домик, смотри! Знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю дойти до того момента, пройти этот момент и посмотреть, что будет после. Все. Ждем. Пошла. Своих вроде мы, ну, поперебили этих наших мудаков. Мы, в общем, распределили. Пошла, моя хорошая. Ой, 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 тихо. Спокойно. Полетела. Ты чего надо. Сегодня такой злой, Абдулла? Помпа. Спалил имя Неллина. Блин! Так. В общем, как это проходит? Если в коопе проходите, лучше распределить роли. Кто что делает. Кто что взрывает, кто зачем следит. Это ты меня взорвал? Да, вот хожу я вот и взрываю тебя. Ладно. Я тут занят немножко ордой я. Фанатов. Чё-то они умирают. Они умирают? Чё-то странно. Охренели совсем. Нахер пошли, гранату кинул. Ну, взрывы тут, кстати, сделаны... Как для 2015 года. Собирайтесь.
Не очень. Ой, чувак, ты это попроще будь. Я попал, что ли? Попал? Я был в эпицентре событий. Ой, жеки. Сейчас будет бабах. Твой братка, по-моему, прибежал, чувак. Не заметен. Поздороваться хотел. Зачем ты убил? X27, да, детка. Это... Кэферитив гейминг патроны закончились. Твою мать. Да твою мать. Бери. Поиграем. Слова. Минус, парень. Слушай, что это за оружие? Притчер какой-то. Патроны закончились у этого притчера. Во, полегче. Не понимаю таких людей, ты их убиваешь, они встают заново. 40, X40. X40, боже. Я прям заговариваюсь. Шахид, пошел нахер. Не добежал до тебя, Шахид. Опять братка хотел поговорить. Ребят. Это твоя семья сюда съехалась. Не знаю. Я дробовик. 40, X44. Берем батон. Задача. Задача выполнена. А что нам дальше делать? Этот ад когда-нибудь закончится. Да подниги грузовик. Грузовик? Надеюсь, мы сейчас уедем. Опа, че? Видал? Слышь, ты что такая дерзкая? Я не успел показать тебе свой жест. Что за дерзко. Свой. А вы кто? Кто-то. Зомби. Увезли нас. Так, ну что, мы прошли. Да, лучший выстрел. 810. Это что? 340 метров, наверное. Общее время 34 минуты. 245 киллов ты сделал, 236. Но я спас два раза. Кого? Лучником по 18. 44, последнее. Да. Слушай, я предлагаю тут закончить. Мне игра очень нравится. И надеюсь, вам тоже. Она очень похожа на Left 4 Dead. Но. Это что-то новое. Поэтому мы должны обязательно это пройти. Тут, по-моему, я говорил, тут 15 заданий. Да. Поэтому у нас 22 секунды, чтобы с вами попрощаться. Обязательно тыкните палец вверх. Напишите, что вы об этой игре думаете в комменты. Хотя серия идет 37 минут, сюда явно уже никто не досмотрел. Ладно. С вами был канал Кооператив Гейминг. Меня зовут Ноксвелл, это Неллин. Всем пока. До новых встреч.